Виталий Лазаревич Гинзбург родился в 1916 году в Москве. В 1938 году он стал выпускником физического факультета Московского государственного университета. В столицу Татарстана будущий лауреат Нобелевской премии по физике эвакуировался в военные годы. С конца июля 1941 года Гинзбург работал на физмате Казанского университета. Позднее здесь же защитил докторскую диссертацию, посвященную теории элементарных частиц. В свои 26 лет он стал самым молодым доктором наук. В стенах Казанского государственного университета Гинзбург начал исследовать сверхпроводимость. Впоследствии его труды получили высочайшую мировую оценку. Во время пребывания в Казани ученый посвятил себя не только науке, но и побывал на трудовом фронте. Например, зимой вместе с молодыми физиками рыл окопы и работал на строительстве оборонных сооружений. Гинзбург вернулся в Москву еще до окончания Великой Отечественной войны. Казанские улицы ученый увидел вновь лишь через почти 40 лет. В столицу Татарстана он прибыл в 1983 году, чтобы принять участие в первых завойских чтениях в Казанском университете. А в 2009 году ученому присвоили звание почетного доктора вуза. Виталий Гинзбург скончался в 2009 году после продолжительной болезни. Всего он стал автором порядка 400 научных статей и 10 монографий. Ученый работал над созданием термоядерного оружия, разработал квантовую теорию эффекта Вавилова-Черенкова и теорию черенковского излучения в кристаллах. А в 2003 году был удостоен Нобелевской премии по физике за вклад в развитие теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей. Карина Саяхова, Универ Новости.